Обзор онлайн-казино «Кафе Инбет». Редакция нашего YouTube-канала проанализировала платформу по 6 основным критериям. Лицензия, игры, бонусы, программа лояльности, методы вывода, поддержка клиентов. Канал для тех, кто хочет знать все о казино. Лицензия. Информация о лицензии и операторе на сайте отсутствует. Онлайн-казино «Кафе Инбет» работает с 2022 года. Игры. Есть такие разделы. Игровые автоматы, рулетка, покер, бинго, настольные игры, лотереи, кена и другие. Всего в коллекции 837 игр от провайдера InBet Games. Во всех слотах присутствует демо-режим. Бонусы. Приветственный бонус 75% плюс 75 фриспинов. В онлайн-казино «Кафе InBet» периодически проводятся турниры с призовыми фондами. Программа лояльности. Многоуровневой программы лояльности на сайте нет, но игроки онлайн-казино «Кафе InBet» могут получать еженедельный кэшбэк до 20%. Методы вывода. Выводить средства можно с помощью банковских карт, электронных платежных систем и криптовалют. Минимальная сумма вывода – 1 доллар. Лимита на кэш-аут нет. Поддержка клиентов. Со службой поддержки можно связаться в онлайн-чате или найти ответ самостоятельно в разделе «Часто задаваемые вопросы». Подробный экспертный обзор онлайн-казино «Кафе InBet» читайте по ссылке в закрепленном комментарии. Канал для тех, кто хочет знать все о казино.